Здравия, Кузбасс! Здравия, Сибирь! Здравия, Россия! Вот и продолжается у нас моноверсия карантина. Вот сейчас еду на работу, еду по городу, да, как бы, ну, неощутимо, что люди как бы предостерегаются, как бы, как, ну, не реагируют на просьбу нашего государства не выходить на улицу, то бишь, как все работали, так и работают. Ну и мы также работаем для вас. Вот я все смотрю новости, да, и вот интересно в новостях. Там теракты, там война, там вирус поглотил народ. И начинаю понимать, что Сибирь это не у черта на куличках. Сибирь это у Христа за пазухой. Так что мы работали, работаем. Вчера, кстати, ездил на замер, и в дверь звоню, и мне женщина сквозь дверь говорит, а у вас маска одета? Я говорю, нет, говорю. Она такая, погодите, говорит, сейчас я, говорит, приготовлю вам маску. Вот, одел я маску, она мне дала, и только тогда делал замер. Так что мы как работали, так и работаем. А я что, решил для себя, купил себе маску, и сейчас я ищу на замеры в маске. Так что ждем звонка на замер 8-923-623-7041. С уважением, Ермаков Константин Сергеевич, я лучший.